Спасибо вам, ребята, огромное. Ладно, об Алии мы позаботились. Отлично, отлично. Позаботились обо всех наркоманах, которые читают предупреждение Минздрава. Эй, сэр! Эй, зеленое пальто, я с тобой говорю! Седрик! Что? Ничего, я его знаю. Привет, офицер Диас, я не видел, что это вы. Как дела, Седрик? У тебя что-то с собой есть? Нет. Как твое здоровье? Что-нибудь не так? Нет. Седрик, в городе появился плохой героин, и мы хотим узнать, не видел ли ты кого, кто выглядит больным. Головокружение, тошнота, язвы. Да ладно, Седрик, мы сегодня на одной стороне. Это очень важно. Вчера приходил шарнуться один парень в плохом состоянии. Его руки были красными, как будто они обгорели. А этот парень, ты знаешь его имя? Нет, так виделись иногда. Ладно, тогда мы прокатимся и поищем этого парня, ладно? Поехали. Диас, все это начинает походить на охоту вслепую. Седрик говорит, что он здесь. Да? По-моему, память Седрика не смахивает на произведение искусства. Правда? Да, правда. В прошлом году у меня был вызов из-за украденного кондиционера. Подозреваемый на желтом фургоне. Парень, тонировавший окна, сказал, что клиент расплатился замороженным лососем. Замороженным? Отлично. Да, и это привело меня к Дугу Берку. Парню, угонявшему грузовики, помнишь? Да. Хорошо. Диас. Просто иди со мной. Ладно. Седрик попрошайничает возле магазина электроники Берка. Он не только опознал желтый фургон, который тот поставил там в нужное нам время. Он вспомнил его номера. Токсично. Нужно его убрать. Блэкстоун, у нас еще одна пометка на карте. Это наверняка. Вот так вот. Спасибо, Дуг. Так у этого парня была открытка, и он был на открытии выставки. За нами должок, Седрик. Если бы этот парень остался там подольше, кто-то мог серьезно заболеть. Или еще хуже. Вы можете мне немного помочь? Ты же знаешь, что нам нельзя это делать. Но я уверен, что ты обронил 20-ку в нашей патрульной машине, да? Я это ценю. Что? Я вспоминаю первый вызов, на который мы с тобой ездили. Помнишь дом на Симка? Тот, что с ванной. Да. Ты никому не смотрел в глаза, я не мог понять, тебе противно или тебе страшно, или ты кретин. Да.